Всех привет! На стойку по имени отчества Николаев. Вот. Интересно. Потому что сейчас задумался, может быть, все от те спирала и все, может быть, немножко потихоньку налаживается. Сейчас. Вот. Я же никогда и не думал. Знаете, последний раз, когда я ее сказал. Мария, ты должна усудить все те ведьмы, которые вокруг тебя. Все они. Все. Сколько? Все. Мы все их сказали, кто и как. И быть твоего отца. Видите вы, у меня этот вопрос там остался. В тот момент. Как? Тогда я же думал только, чтобы она сказала. Не имеете никакого права. Он прав. Я же буду с его. Я не так не буду держаться. Вот. Вы все виноваты. И он прав. А потом все пошло много-много глубоко. От то до то, где мы сейчас находимся. Вот. Может быть, недостаточно только то. А тот момент, как того стало там. И мы начинали. Ну, пусть я сказал, она, все для меня. А вот, говорят, нет, ты должен ее убрать. Я пытался, даже был такой момент, как забыл. Нет, нет, дочка нет, блядь, все. Там какие-то деньги, как налог, должен заплатить, и все. А потом пусть по-другому все. Должен брать ее, должен брать, должен. У меня те все люди были как-то вот, неусущественные вещи, как объектов, а не как субъект. Понимаете? Да, отлично понимаете. Сейчас как они опять начинали иметь удушевленность? То, что я вас спрашивал. Таким образом ли мы будем лучше, если я оставлю моя дочь без матери. Даже и всякие мои грязные, самые грязные, грозные, скажем так, мечты, которые были, чтобы я закончил всех когда-то и как-то. Даже тогда, самый мучительный начин, даже тогда я оставлял ее всегда в живой. Говорю, пусть, блядь, все остальные, они должны умирать. Все! И по самой возможный мучительный начин, прием. Вот та сука, блядь, должна сидеть и смотреть, как это происходит. Все, те, которые любила, и остаться в живых, чтобы моя дочка имела мать. Так рассуждал. Продолжаю так рассуждать. Может быть, вы лучше меня это понимаете. Не лучше способ показать то, что не надо, если мы делаем то же самое. Те дети, которые у них отца не вернулись от фронта, то будет ли это возмездие или будет вендетта? Большая разница в закон и в праву, и в правду. А правда со мной. Трибунал, да. Вот. Когда есть трибунал, то тогда, как сказали, судили, суди лево, суди право. Вина у нее. Ну, вина. Оставишь. С волками жить, по волкам видеть будет. Это все, что смог на этом месте сказал, сделал. Все те ролики, все, что хочет она сказать,
по телефону. Она отлично знает, может быть, каждую секундочку. Если нет, то людей вокруг, которые берут эти решения, которые только так и могут ее толкнуть. Нет, облигар. Латинское слово, как это. Заставят, чтобы оставила моя дочка приезжать со мной. А может быть, и они хотели знать, как это я буду объяснить. Чтобы брали свой выбор, будут ли помочь или нет. Не могу знать. Время покажет. По-первых, да, вы самые лучшие. Так что ж, что будет? Ну, объясню и политическим, и физическим, и социальным, всяким способом, все, что у меня и так в душу, по самой обычной, нормальной. Конвенциональной, ортодоксальной, как хотите сказать, вариант всегда был. Может быть, все у нас проблемы не то, что не все. А как может быть? Вот, я же сказал. Плохой парень ли я за то, что не хочу быть педераст и педофил? И хочу иметь две женщины? Плохой ли за то, что это могу сказать на всех в глазах? Или те лучшие, те, которые могут два гея трахаться перед нашими детьми? Они лучшие, блядь. А вот тот парень, который говорит, пусть все должны идти по пути логика вселенной и иметь две женщины. Он, блядь, как-то выглядит странно, блядь. Что с тобой, блядь? Как это сам собой представляешь? Вот, Ватикана, конечно, они имеют право браку сочетать мужчиной с мужчиной. А это не странно, спокойно. Это не странно. А вот мужчина с две женщины никак. Ты перверзник, ты урод, ты как можешь это говорить? Срам у тебя нет или что-то? Блядь, гей, 4-годичные дети должны читать книжки в школе. В детский сад, блядь. За педофилы, которые скоро, очень скоро будет у них учитель, который их будет трахать, уже 4-5 года, уже в 7-8 начнет. Это нормально, это католически, это нормально. А вот тот парень, который говорит, что мы должны институт семья сохранить и показывать, как это на самом деле возможно физическим способом, всяким. Пусть он уже сумасшедший. Ты сумасшедший, блядь. Ты с ума сошел, блядь. Ты с ума сошел. Хочешь, я бы сказал правду. Ты думаешь, что ты имеешь правду говорить правду? Нет, ты с ума сошел, блядь. Ты с ума сошел. Мы вот, у нас все в порядок. Мы будем предатель, мы будем трахаться с кого хочем. У нас право, конечно. Да. Ты ничего не имеешь права. Это не обсуждать, не говорить, не нас судить. Вот. Педофилы их домой, конечно, будем приглашать, как и как не. Наши дети, педерасты, лесбияны, прекрасно, блядь. А вот, ты хотел бы, они, чтобы показать твою дочку, что нормально, она бы бисексуальная, делала все, что хочет, и потом не изменила своего супруга. А то, что с тобой, ты, блядь, ты с ума сошел что-то, блядь? Вы понимаете, где вы находитесь, какой. Это мир, это я же не хочу использовать это слово, блядь. Та планета, там может быть какие-то ядро у нас, что-то проблем внутри планеты, или что оно такие плохие электромагнитные волны у вас отправляет, у вас у головы. Что с вами, блядь? Что с вас?